Ну, в общем, продолжаем исследовать подземелье. Количество оставшихся у меня отголосков крови после покупки очередной порции хилок как бы намекает на то, что происходило в битве с боссом. Да, это просто от духа. Так, ну что ж. Тем не менее, нужно двигаться вперед. Так. Так. А, ну вот здесь еще раз, собственно, проход к боссу. Значит, нам сюда. Снова чертовы пауки, блин. Мне их, в общем-то, и в прошлый раз хватило. Зачем же усугублять? О, привет. Так, ну. Чё такой живучий? Так, где? Где это? Где призывательница, черт побери? Мне казалось, она прямо здесь стоит. Эй-эй-эй-эй! Ребятушки, полегче, полегче. Не-не-не-не. Чё так злитесь-то? Ох, ох. Так, хорошо, хорошо. Я понял. Вот она, черт. Я же видел, она просто за деревом спряталась. Все, ура. Да ладно тебе. Навели тут, блин, суету. Кого-то призвать можно. Безумца Валара. Ну, я чё-то даже не знаю. Давай призовем. Почему бы и нет? Ну и что с тобой происходит? Странный моб. Господи. Ну ладно. Пусть он пока отвлекает того рыцаря. Окей. Ух ты, это прикольно, у него атака. Интересно, что у него за оружие. Окейушки. На самом деле, в зачистке локации ничего сложного нет, просто с этим, с Валаром это можно будет сделать несколько быстрее. Что мне и так предыдущая серия затянулась на час, а я прошел лишь только половину подземелья. Да, я говорю половину, потому что все-таки здесь 4 босса в этом подземелье. Ай! Ай! Ой-ой-ой-ой-ой! Слушайте. Они прямо отовсюду палят. Так, хорош, хорош. Как же долго они умирают. Блин, надо там разочаровать. Ладно, с этим справились. Пойду отвлеку вон ту хреновину. Так, ты зачем со мной пошел, блин, идиот? По-моему, при зачарованном оружии еще меньше дамага по ней проходит. Как-то 50. Ерунда какая-то. Ну-ка. Другим оружием.
Или нет, или в принципе по ним очень мало дамага проходит. Короче, непонятно. Ладно, в любом случае мы их все раскидали. Нет, не всех. Охренеть. Аж 4 штуки здесь стояло. Ну вот и все. Тайная мгла. Это хорошо, это пригодится. Кажется, где-то еще должна валяться тайная мгла. Мы же 4 убили, правильно? Но что-то как-то нет. Ладно. Там, кстати, еще есть. Обалдеть. Господи, еще и собака есть. Жуть какая. Так. Ну, давайте как-нибудь потихонечку пробираться к ним. Или не потихонечку. Ох ты! Какой дамаг. Эй-эй-эй, да ты чё таким своим длинным хвостом сквозь стену бьешь? Это же нечестно совсем. Если можно прицелиться на голову, никогда об этом не знал даже. Так, все, ок, минус один. Пора бы тебе уже умереть, чудище. Ура! Еще немного тайной мглы. Отлично. Ну что, эти ребятушки закончились, я надеюсь. Нет, еще есть. О! Песики усиленные и охотник, кстати. Так, 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 так. Моего карифана не убивайте. Ух ты, хоть и выносливость, чтобы его добить, здорово. Так, псина. Вау. Ладно, взаимовыручка. Здорово. Как же много здесь этих хреновин, а? Ну, на самом деле это хорошо, потому что тайная мгла действительно пригодится вроде как в больших количествах для того, чтобы попасть на последние уровни подземелья. Эй, эй! Так, отлично, я, во-первых, застрял, во-вторых, не попадая по мобу. Круто. Скорее. Все. Все. Еще тайная мгла. Отлично. Вроде ты последняя, да? В своем роде. Так, ну, что могу сказать? Если мне пригодится тайная мгла, я знаю, где ее фармить. Ну, если, конечно... Это не из тех мобов, которые не возрождаются. Вот, кстати, об этом я не знаю. Можно будет проверить. Все. Так, где мой дроп? Видимо, тайная мгла с нее упала только-то за стенку. Хреново.
Зато как много пузырьков крови. Это здорово. Так, я предполагаю, что отсюда мы, наверное, пришли. Хотя, наверное, нет. Ладно, давайте поднимемся наверх. Все-таки. Пришли мы, наверное, вот оттуда, да? Я реально пока ходил, убивал всех этих каракатиц, совершенно забыл, что здесь происходит-то. Да, мы отсюда пришли. Все. Пардон за затуп. Так, здесь можно было пройти вперед. А, ну все верно. Так, визорная стеночка. И на самом деле вряд ли в одном подземелье аж две штуки встретятся. Скажу по правде. Так, ну все, я сейчас опять затупил, заблудился и... А нет, все, значит в правильную сторону иду. Окей. Никого в гробу нет. Это даже скорее хорошо. Чёртовы пауки. Так. Еще выше. Окей. Ладно, пойдем туда, где есть противники. Всех раскидали. Крутяк. Так, здесь вроде ничего. А здесь вроде чего-то. Дверь. Хорошо. Ловушка. Только не наступай на нее. Молодец. Так, кто у нас там? А, собственно, там у нас уже открытие ворот с боссом. Ладно. Иди сюда. А, ты стреляешь. Понятно. Эй, полегче. Да ё просто что попадаюсь под его атаки прям под руку лезу. Все, умришь ты наконец. Ладненько, открыто. Ах, из-за надписи не видел, что я подобрал с него. Вроде здесь больше ничего не валяется, да? Уж эти свечки. Все время думаю, что там какой-то предмет лежит. Это просто свет от свечи. Или наоборот бывает, что думаю, что это свечка, а там валяется предмет. Короче, жуть. Какие у меня проблемы. Так, ну, получается, что вроде бы и все, да? Так просто.
так быстро и сразу к боссу уже. Ну ладно. А где мой дружище-то? Он идет. А где спуск-то вниз, ёпарасоте? Что ж все такие здоровенные пространства-то? Все, нашли. Я, кстати, даже помню и знаю, что сейчас будет за босс. Не так давно мы с ним виделись во время прохождения основной сюжетной линии. Блин, к сожалению, только вот ртутные пули я потратил в изрядном количестве. Было бы неплохо оставить их на босса. Но делать пули за счет жизни, наверное, тоже не самая хорошая идея. Поэтому я так делать не буду. Ладно, попробуем сходить на босса, в принципе. Может быть, что-то и получится. А, ну да, до босса еще дожить надо. Все как обычно. Вот оно и наступило то время, когда я не посмотрел в бок единственный раз, естественно, туда кто-то вылез. Так, где здесь ловушка-то? Ага, что-то еще есть. Мгла оцепенения. А дай мне... Так. Дай мне, черт побери, выбраться. Давай еще чуть-чуть. Ну, отойди же еще немного. Ну, че ты встал, как вкопанный? Двигайся. Ну вот как это назвать? Разработчики, зачем вы так делаете? Неужели нельзя предусмотреть какое-то там движение своих, блин, призванных NPC? Ну осталось чуть-чуть, дружище, ну поднапрягись. Ну немножечко, я верю в тебя. Дай выйти. Вот почему ты двигался, теперь перестал. Нет, да не... О! Фух! Спасибо, спасибо. Ты прям знаешь, что мне нужно. Так, ладно, что у нас здесь? Здесь наверняка у нас будет валяться какой-нибудь ингредиент для ритуала чаши. Верно? Верно. Давайте сходим сюда. А где? Ладно, на месте. Не паникую. Как? Нифига себе тут дамаг. Еще и охотник этот чертов. Офигеть можно. Да вы вообще обалдели, а? Ёпарасоте, просто застонлочили. Обалдеть можно. Не мог двигаться абсолютно. Просто стоял на месте и получал дамаг. Я тут очень так удачненько потерял 40 тысяч душ, пока бежал до сюда. Как до сюда?
пришел сюда и здесь же отъехал моментально. Ну ладно. Собственно, NPC призван. Так, что-то тут еще валяется, кстати говоря. Вот там, кстати, стоит вполне живой ответ на мой вопрос, возрождаются ли эти сороконожки. Вполне так себе возрождаются. Так что при необходимости пофармить тайную мглу, можно спокойно идти сюда. Так, я помню про тебя. Да кого ты там бьешь-то, а? Лучше противника бей. Ура. Так, мне не совсем понравилось вылезать через ту дверь. Я думаю, здесь должны быть какие-то другие варианты. Так, давайте, может, спустимся. И что внизу? Ну, окей, по крайней мере, есть какая-то дверь. Значит, можно пройти. А что у нас здесь? Как-то особо вроде и ничего. Да? Ни тебе стеночек иллюзорных. Ничего вообще, только сундук. Ну, сундук тоже хорошо. Ритуальная кровь. Причем третьего уровня. Уже абсолютно ненужный предмет. Потому что в подземелье третьего уровня, по крайней мере для прохождения платины, нам уже больше не понадобится. Блин. Ну что, придется идти туда же, заходить в тот же узкий проход и снова, видимо, огребать тех же самых противников. Так. В этот раз мы будем аккуратнее. Да ёпперс это, сказал я и тут же... Да почему? Почему я махнул оружием, а даже ни капли не отнялось хп у противников? Да отпустите меня! Все. Хана, обалдеть. Что это за хрень? Что это за дикость вообще? Ну, теперь я задумался, уж не рановато ли я пошел в третий уровень подземелья? Если так жестко здесь, что же будет в четвертом уровне, где еще и дебаф на 50% хп? Так. Да ёпрасоте, блин, они станут дико, не могу просто двигаться, кошмар какой-то. Паук, который, по которому дамаг не проходит. Что за хрень здесь творится дичайшая? Вообще, по мобам просто не попадаю. Еще кто-то приперся. Ой, ребят, не ходите сюда на таком уровне, как у меня. Ну, конечно, если у вас скилл получше, чем у меня, то... Пожалуйста, вперед, но что-то у меня все очень плохо.
Блин, здесь еще и мешочник. Вы охренели. Просто собрали здесь какую-то тьму, тьмущую мобов жутких. Да, прости, я видел, что ты довел его до репоста, но я тебе не дал его добить. Да и хрен вы с ним. Неужели мы с ними со всеми разобрались? Это просто какой-то кошмар был. Ничегошеньки не видно. Ну, при монтаже я, конечно, делаю яркость побольше, но мне сейчас реально нифига не видно. Так, ну а чё я мучаюсь-то? Есть же лампа. О, другое дело. Да уж. Пауки. Ок. Ах. Здесь их еще и много. Тот факт, что я не убиваю пауков с одного удара, даже когда бью им по животу, это очень плохо. Скажу вам честно. Так, что у нас здесь? Ага. Чувак с мечом. Ну ладно. Его мы хотя бы запарировали. Кто там? Кто там? С кем он сражается? А, понятно. Сам с собой. Это норма. Могильная плесень. Окей. То есть, ради могильной плесени мы... Раз шесть, наверное, умерли здесь. Круто, круто. Почему бы и нет? Глаз цепенения. Блин, зачем я даю в таких количествах? Я, честно говоря, даже не могу уже вспомнить, где бы она еще могла пригодиться. Там глаз цепенения. Так, ну что у нас тут? Толстяк. Ну, давай спрыгнем. Да? Потому что почему бы и нет? Ты стреляющий, да? Я так и знал. О, еще и пауки, отлично. Слушайте, просто какой-то хардмода. А-а-а! Сперся в колонну. А где там мой друг? Ладно. С этим хотя бы разобрались. Теперь пауки. Окей. С пауками вроде бы тоже все. Даже еще факел возьму. Что-то слишком темно. Ладно. Ладно, ладно. Кажется, здесь где-то должна быть дверь. Или просто проход. А, да, вот дверь. Так, ну, собственно, кружочек вот мы и сделали, да? Что-то мне показалось, что там что-то шевелится. Ну ладно. Так, здесь мы, кажется, были. Да. Да, здесь мы сундук открывали. Все, ладно. Значит, теперь уже нужно идти непосредственно к боссу.
И вот сейчас я чувствую, начнется веселье. Так, с какой стороны я пришел, куда мне идти? Да. Я, видимо, обладаю каким-то уникальным топографическим кретинизмом. Не могу запомнить, куда идти. Точнее, откуда я пришел. Ладно. Да, на данный момент третье подземелье – это самая сложная часть игры за все это прохождение. Я когда играл в первый раз в Bloodborne, так получилось, что я сначала прошел... Оу, здесь можно даже еще одного вызвать. А я, блин, возьму и вызову. Так вот, я сначала прошел как бы всю сюжеточку, даже потом... Прошел уже DLC и только потом начал чистить подземелье. И, конечно, до 4 уровня мне все казалось очень легким. Здесь как бы получается, что мы на 3 уровень пошли аж где-то примерно на середине игры. Все, давайте просто гэнг-бэнг им устроим. Привет, Ром. Давно не виделись. Ух, как же они много отнимают ХП. Кошмар какой-то. Нельзя же так делать. Так. Паучишка. Да, очень хреново, что я не дамажусь с первой атаки, как я уже говорил, с первого удара не убиваю. Что тратится на них слишком много времени получается. Так, ну что, давайте, готовы, друзья? Нужно поливать атаками нашего друга. Ох, как же у него... Блин, много защиты или хп, или еще я не знаю, но он еле умирает, конечно. Да, это будет тяжко. Это будет очень тяжко. Что сейчас начнется жесть с выстреливанием всякой ерунды и все такого. Главное далеко от паука, от Рома не уходить, тогда он не будет делать более серьезные атаки. Ага, отойдем. Оп, еще отойдем. Так. И... Да ладно, да ну вы бросьте, да не может быть. Вот так вот просто. Так. Ладно, я остался один, но в принципе и босса осталось не так уж и много. Зря, наверное, я это сделал. Так, нужно выжить любой ценой.
Нет, твою мать, ну вы посмотрите, ну как так? Ну что, все сборы? Пойдемте. Да чё, паука что ли не может добить? Я просто... Да, в этой локации еще сложнее убивать этого босса, потому что локация сама по себе маленькая. Нет места для маневра. Фактически босс переходит во вторую стадию, и тебе практически сразу на голову падают все эти мелкие пауки. Так, может быть... Может быть, сделать вот так. Пробовать непосредственно босса побить молнией. Хотя, наверное, огонь по нему больше бы дамага делал. Отойти. Хорошо. Так, босс меня зажал. Ох, прям в лобешник влетело. Ты жив еще что ли? Обалдеть можно. О нет. Молнии очень мало урона наносится боссу, к сожалению. Все-таки огонь был бы лучше. Определенно. Епарасы ты. Просто одну атаку за другой делает. Офигеть.
Как же к нему подобраться-то, а? Ой-ой-ой, отойти, отойти, отойти. И еще отойти. Ну вот, в общем-то, и все. Ух, жуть какая. О, мастер кровавых самоцветов. Приз получен. Дали какой-то редкий кровавый самоцвет. Ура. Так, ну что ж, пожалуй, прежде всего надо слетать с охотника. Я слетал с охотника, чтобы закупиться пузырьками крови на деньги, которые у меня были. Ну и, собственно, можно двигаться дальше. Еще ниже, еще глубже. Четвертый слой и последний в этом подземелье. А вот каким будет четвертый босс, я не помню. Так, здесь у нас проход к боссу непосредственно. Так, а здесь интересно, открыты ли ворота или нет. Закрыты, хорошо, значит это будет шорткат. Значит идти только сюда можно. Так. Он ничего здесь. Ладно. Может быть, что он здесь валяется. Но нет. Так, здесь у нас что? О, ящерка. Наверное, тоже самоцвет дропнет. Да, о, тут есть еще знак призыва. Ну, даже не знаю, наверное, попозже призову. Сначала прогуляемся по локации. Так, как-то странно. А, ну, собственно, я открыл шорткат, чтобы призывать. Ну, ладно, хорошо. А, как открыть ворота с боссом? Или они открыты? Да нет, закрыты. Стоп. Чё-то я не понял. А, ну да, лестница. Фу. Конечно же. Как-то я её и не приметил. Так, ну ладно, давайте пойдем сюда. Ага, там у нас дружище с мечом. Но это не очень страшно. Оп. А может быть страшно. Вы спросите, зачем я это сделал? Без понятия. Что?
Что мешало мне так сделать сразу, я не представляю. Самоцвет, самоцветыч. О, кто-то есть. Даже вполне живой был. Так. Ок. Ок, ок. Но здесь есть еще одна. Еще один проход. Еще одна дверь, я хотел сказать. Ненавижу этих ублюдков. Мне нужен камень. Так, по одному вы не такие страшные. Окей. Следующий. Да, можно было взять меня камнем. Кажется, и так меня уже все увидели. Да хватит, хватит. Дай же мне похилиться просто. Ох, чертова псина, а. Ну, эти собаки просто дикие, конечно. А, нет, дай мне отойти. Да почему ж ты не хилишься-то, а? Жуть, и куда ты побежала? Фух, просто кошмар. Так, ладно. Но с тем товарищем разобраться будет не так уж и сложно, сколько он остался один. Но нет, он не один. Твою ж мать. Так и знал, что здесь какая-нибудь подстава будет. Ну иди сюда. Так, окей, остались только паучки. Хотя и этого достаточно. Так, что там? Вон кто-то еще висит, я вижу. Не, не достреливаю. Так, и здесь где-то еще есть какой-то проход, ну да, есть. Что же нас ждет там впереди? О! Это было очень, блин, внезапно. Жуть. Где? Где? Я тебя слышу, но я тебя не вижу, черт побери. Где-то внизу, что ли? Точно. Все, готовы. Ура. Фух, ладно. Здесь вроде ничего интересного-то не валяется сверху. А что внизу? Чертов дым. Ладно. Коктейль Молотова 3 штуки, огненная бумага, воу, аж 4 штуки, неплохо, неплохо. Даже очень хорошо.
Так, и что здесь? Черт, это подземелье оказалось слегка больше, чем я думал. Ладно, просто умри. Так. А что здесь? Какая-то большая дверь. Так, вроде никаких пауков, пытающихся на меня спрыгнуть сверху, я не вижу. Вау, вау, вау. Ладно, ладно, не злись. Отлично. Пузырек крови 3 штуки. Хорошо. Ритуальная кровь 4. Отлично. Чего у нас здесь? Еще ритуальная кровь. Окей. Так, видим еще какие-то сундуки есть. Здесь нет, здесь нет. Вот здесь есть. Могильная плесень. Окей. Чего здесь? Что-то там самоцвет. Ну, собственно, все. Остался только последний босс в этой локации. Ясно. Я просто наступил на кнопку с ловушкой. Думаю, что это за звуки странные? Так, только не говорите, что я опять к чертям заблудился. Не, вроде не. Вроде правильно бегу. Конечно, возможно, там можно было спрыгнуть с мостика и куда-то попасть, но что-то как-то мне уже лень было это делать, если честно. Тем более, все самые основные вещи мы здесь уже забрали и посмотрели. Интересно, чё ж там за босецкий-то остался? По идее, должен быть самым сложным. Но если я так страдал со вторым и третьим боссом, что же будет с четвертым? Так, давайте-ка призовем кого-нибудь друга на помощь. Да? Где он там призывает? Подожди, здесь лампа. Да, вот тут. Опять Олег? Или кто-нибудь другой? Ну, конечно же, Олег. По-моему, это вообще единственный NPC с красным колокольчиком, которого здесь можно призвать. Так, а мы что здесь сидим? Окей, ушки, что у нас есть? В принципе, все, кроме камня, наверное, пригодится. Сейчас еще оказывается, что до босса еще идти, как всегда. Ну да, еще какая-то дверь есть. Ну да, ладно. Раз уж призвали Олега, пойдем вместе с ним. Быстрее будет все это зачистить. Не напугал ты меня, не напугал. Так. Ты здесь один, толстячок?
Отлично, я даже успел добивание сделать. Просто крутяк. Вау, Олег, ты чего такой вялый, хилый? Ты живи, ты мне еще на боссе понадобишься. Запястье мудреца. Какая жесть. Тыкс, тыкс, тыкс. Ладно. Чего у нас туточки? Оу, воу, 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 красные пауки. Да откуда же вы взялись-то, а? Стоп, 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 реально, откуда они прибежали? А, о, сверху. Любопытно, любопытно. Значит, туда как-то можно попасть. Тутные пули. Ну, вот, наверное, ответ на вопрос. Как туда можно попасть? Погнали. Так, а там какая дверь есть? Нет, только здесь. Опа. Привет вам. Не упасть бы. Вау, 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 вау. Ну, упасть, конечно, я не упал, но я чуть-чуть умер. Я, кстати, упустил один момент, то что здесь, оказывается, еще можно кого-то призвать. Давайте воспользуемся этим. Так, кто там к нам спешит в гости? Ну понятно, вся та же самая команда. Все в сборе, так сказать. Окей. Идем наверх. Так, кстати, сюда-то я не ходил. Интересно, что у нас здесь? А, ну ладно. Здесь спрыг вниз. И... А, ну все, окей, значит, сюда мы будем выходить. Таким образом. Блин. Нет. Ах, ладно, я по крайней мере выжил. Это уже неплохо. И все сюда поспрыгивали. Замечательно. Так, так, так. Ну как ты достаешь-то, а? А этот хрен там все еще стоит.
Вот дикость, а. Так, он что, упал, что ли? Прикольно. Так. Ты у нас первоочередная цель. Готово. Ага. Чего у нас тут? Ладненько. Ай-яй-яй, не дали добить. Умри! Да как ты живешь-то с таким количеством хп-то, а? Ладно. Запястье мудреца. Очередное. Сколько ж мудрецов-то положили? Да на запястье разобрали. Так, чего у нас здесь? Штутные пули. Лучше бы, конечно, лечилочка здесь лежала. Здесь что-нибудь есть, интересно? С этой стороны. Так, ребята, ну вы неправильно поступаете, скажу вам по секрету. Может быть, с той стороны что-то есть? Понятно. Никаких иллюзорных стенок. Все, дай пройти. Так, надо же, я даже угадал с направлением. Обалдеть можно. Окей. Так, стоп. Не туда ли нам идти? Не, не туда. Бррр. Ну чё, давайте рискнем, попробуем босса с 12 хилками. Знать бы еще, что за босс. И как к нему готовиться. Так, чудище кровопуск. Ладно. Что ж тебе так много хп, это кровопуск? Воу, воу, воу. Ой-ой-ой. Мне все-таки в разложенном хватит. Пожалуй, получше будет с ним сражаться. Надо попробовать его
огнем побить. О, огнем посерьезнее урон идет. Неплохо, неплохо. Так, ну полегче, дружище. Да что ж ты убегаешь-то, а? Воу. Блин, не достать до него, засранец. Отлично. Успел сложить оружие в последний момент, чтобы делать добивание. А сейчас, наверное, не успею. Да. Так, так, кровопуск. Нет, оставь меня в покое. Фух, я уж немножко запереживал, когда он начал так атаками спамить по мне. Так, ладно, 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 успокойся. Да умришь ты уже. Ну, спасибо, дружище. Угодил. Вот, в общем-то, и все. Проклятая оскверненная чаша. Да, это были самые тяжелые несколько часов в моей жизни за последнее время. Но, тем не менее, третья чаша пройдена. Большое спасибо за просмотр. Как всегда, напомню вам про подписку на канал. Ставьте лайки, если вам понравилось. И до встречи.